Мини-футбольный турнир, посвященный Дню спецназа, прошел на поле Суворовского училища. Участвовали кадеты и воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Самые младшие были первоклашки. Старший возраст представили выпускники. Мы сегодня чтим память тех ветеранов, которые погибли при выполнении служебного солдатского долга. И сегодня мы проводим уже традиционный турнир памяти Вадима Александровича Матюшина, старшего лейтенанта, который проходил службу в 14-й бригаде специального назначения. Начали турнир с эстафеты, чтобы размяться. Малыши были болельщиками, а 5 взрослых команд участвовали в забегах. Мальчишки уже третий год подряд выясняют, кто же сильнее и быстрее. Мы встречались уже несколько раз. Ну, противник, я хочу сказать, достойный, ну, на высоком уровне, и мы можем с ними посоперничать. Сперва вообще народу вообще никого не было. Мы собирались вот так, занимались. Валерий Иванович нас собрал. Мы стали военным спортивным клубом «Боец». Начали заниматься вот активно. Тренировки каждыми днями происходят. Проходят тяжелые тренировки. Но основная борьба развернулась на футбольных площадках. Первоклашек в Суворовском нет, поэтому мальчишки детско-юношеской спортивной школы соревновались между собой. С кадетами игру провели шестиклассники и одержали победу. Среди 7-х классов победили хозяева площадки. Исход турнира решала встреча старшеклассников. Они приходили с нами, играли на 28-й школе. Мы как бы видели, у них развита хорошая техника и скорость. Ну, мы знаем их тактику, так что сегодня игра будет очень жестокой, и мы уже настроены на эту игру. Долгое время счет был равный 2-2. На последних минутах матча воспитанники детско-юношеской спортивной школы забили 3 мяча и со счетом 5-2 стали победителями турнира. Алла!